Попробовать себя в качестве ведущих новостей, взять интервью у товарищей или поработать плечом к плечу с режиссером монтажа. Все это смогли сделать ребята детской площадки под символичным названием «Творческие каникулы». В рамках проекта «Траектория», организованного на базе Ахтубинского центра занятости, юные жители посетили редакцию местного телевидения и с головой окунулись в закулисье телеканала. Встречали их специалисты АТВ, люди, принимающие непосредственное участие в процессе подготовки информационных выпусков, передач, интервью и многого другого. Всего и не перечислишь. Экскурсию начали с сердца телестудии, телеоператорской. Там ребятам рассказали о настройке звука, показали настоящий микшер, а после они плавно перешли в студию, где узнали главный секрет ведущих. Что же такое телесуфлер? Самые смелые даже попробовали с ним подружиться. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Корниенко Ксения. Я хожу на летнюю площадку к Лидии Львовне, занимаюсь пением. Хочу посоветовать вам эту площадку, потому что дети с 10 до 2 очень-очень заняты делами. Ходим мы на разные экскурсии, в кино, гуляем. Я занимаюсь вокалом, хором и фортепиано. И хожу на волейбол. И я еще, когда пойду в школу, буду заниматься и ходить на борьбу. До свидания, дорогие друзья. Следующая станция телестудии – монтажная. Встречала в ней ребят фея монтажа Юлия, которая рассказала, как строится ее работа. Вместе с ней мальчишки и девчонки записали закадровый голос для репортажа. Выбрали подходящие картинки, наложили музыку. В общем, поколдовали и смонтировали небольшой материал. А главное, сделали это практически своими руками. Мы выживаем там, ходим на мастер-классы, мы поем там. И у нас много мероприятий. Все, голос записался. Давайте послушаем. Здравствуйте, меня зовут Ария, мне 7 лет. Смотрите, теперь я поставлю, смотрите, дорожка очень интересная, как колбаска, как бутербродик вы накладываете. Ахтубинское телевидение посетили 45 ребят из детской летней площадки. Здесь было весело, шумно и интересно. И не только для самих детей, но и для сотрудников телестудии. Очень надеемся, что через пару лет ребята вернутся сюда уже в качестве новых сотрудников. Ксения Маслова, Сергей Вакула, Владислав Лихварь, Ахтубинск ТВ.